Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня я вам показываю узор, который у меня был на шортах и еще будет на детском жакете. Очень простой, но очень эффектный и красивый. Для образца я набираю 13 петель. 4, 5, 6. Так, вот для наглядности хочу вам здесь положить, чтобы вы понимали, о чем мы говорим, о каком узоре, да? Вот он. Вот здесь у нас две эти полосы. Мы будем вязать одну сейчас для образца, чтобы вы понимали. Итак, состоит она из 7 лицевых петель. Я вначале делаю 2 изнаночные и 1 кромочная. И центральные 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И 3 изнаночные петли. Так, поворачиваем работу. Здесь у нас первую петлю мы снимаем, 2 лицевые, 7 изнаночных, 2 лицевые и 1 кромочная изнаночная. Так, итак, далее это были 2 ряда подготовительных, чтобы виднее было потом. В узоре же вы начинаете вот с этого ряда, который я сейчас буду вязать. Вот эти 2 ряда не нужны. Так, 2 изнаночные. Теперь провязываем 3 петли вместе лицевой. Накид, лицевая, накид, 3 петли вместе лицевой. 2, 3, вернее, изнаночные вместе с кромочной. Поворачиваем работу. Вяжем изнаночный ряд так, как лежат петли. 2 лицевые. Здесь у нас 5 изнаночных. Накид провязываем изнаночной. 2 лицевые, кромочная. Так, и следующий лицевой ряд, он же последний ряд. 2 изнаночные, лицевая, накид, 3 лицевые, накид, лицевая. И изнаночные петли до конца ряда. Изнаночный ряд вяжем, как лежат петли. И все. Вот он весь наш узор. Состоит он из 4 рядов. 2 изнаночных ряда, как лежат петли. 2 лицевых ряда. Первый ряд, 3 вместе лицевой. Накид, лицевая, 3 вместе лицевой, а второй ряд лицевая, накид, 3 лицевые, накид, лицевая. Вот оно. Сейчас опять же я повторяю узор от начала, просто вам, чтобы показать теперь, чтобы было видно, да, здесь у нас накида не было. Теперь 3 вместе лицевой, это вот видите, по центру накид находится, 3 вместе лицевой, накид, лицевая, накид, 3 вместе лицевой. Вот весь узор. То есть это я уже начала узор по второй раз вязать. Первый ряд. Вот он, первый ряд. И вот так вот он и выглядит, этот узор в изделии. Видите, очень такой симпатичный, на мой взгляд. Вот, девчонки, на сегодня это все. С вами была Вика из Школы Рукоделия. Всем пока-пока!